Шахматные баталии прошли во Дворце культуры Горняков. В турнире, посвященном Дню строителя, приняли участие 20 карагандинских шахматистов. Организаторами стала команда ветеранов «Ардагер-2020». На сегодня шахматы признаны как вид спорта более чем в 100 странах мира. И почти в каждом крупном городе есть клубы любителей этой древней игры. Караганда не исключение. В шахтерской столице существует клуб ветеранов «Ардагер-2020». Самому молодому его участнику 69 лет, а самому взрослому 83. Ежегодно проходит со строителями, с энергетиками, с банкирами мы играем, сборной командой, с металлургами, с шахтерами играем. Круг большой. В основном мы выезжаем в районы и города. Это, можно сказать, эту нашу деятельность можно назвать так. Это живая связь с периферией, с районами и городами областного центра. Для Натальи Корытиной шахматы не просто увлечение, а любовь всей жизни. Ее научил играть в шахматы отец. С тех пор она занимается серьезно, имеет звание мастера спорта. Наталья неоднократно принимала участие как в республиканских, так и в международных чемпионатах. В этом турнире любительница древней игры также надеется на успех. Соперники у нас очень достойные, команда очень ровная, очень опытная. Такой матч мы уже организуем второй раз. В предыдущий раз ветераны нас выиграли с разгромным счетом. И теперь мы надеемся взять реванш. Алина Акбаева, Дмитрий Оберг, Артем Ковалев, 5 канал.